Довольно немного людей знает о том, что жизнь на Алтае во времена Российской империи протекала по особенным законам, не совсем совпадающие с остальной частью России. Здесь не было крепостного права. И современная история, по сути, начиналась с заводов, Акинфия Демидова, известного уральского промышленника. Собственно, с него пошел и Барнаульский завод, а в будущем город Барнаул. Но в 1747 году ее императорское величество Елизавета Петровна приняла решение все заводы Акинфия Демидова, а вместе и земли Алтайского Региона отписать на себя. То есть Алтай стал отчиной э, императорского дома Романовых. И дальнейшая история вплоть до начала, ну точнее, до 1917 года, была связана с тесным взаимодействием, с кабинетом Ее Императорского Величества. Заводы строились, строились храмы, строились школы. Строилось жилье для рабочих, для крестьян, и таким образом постепенно развивалась эта территория. Всегда на Руси, там, где появлялось селение, появлялся и храм. Таким храмом, главным храмом Калуана Воскресенского сначала, а потом Алтайского Горного округа: стал Петропавловский собор который находился на площади, ныне имеющей название Площадь Свободы, а раньше она так и называлась в честь собора, Соборной площадью. Одна из первых улиц, которая ныне называется улица Ползунова, имела название Петропавловской. А социалистический проспект, который сейчас называется, назывался Соборным переулком. Все говорит о том, что собор тогда был центром города. И не только центром, от него, собственно, город и строился, и развивался от этой э, соборной площади. История такова. Первый храм в Барнауле был деревянным, он был построен с 1748 по 1750 годы. И он был э, деревянным, как я уже сказал, но, к сожалению, места были болотистые, может быть, еще и пиломатериал, дерево, которое брали недостаточно, может быть, качественно, и он стал быстро ветшать. Так что в 1767 году уже императрица приняла решение строить новый каменный Петропавловский собор. Несколько лет шла переписка, подбирался проект, писались сметы, утверждали сметы. Ну и в конце концов, в 1771 году были заложены мощи в основании нового каменного собора. Это были мощи великомучника Дмитрия Савунского. Для, этих, для этой частицы мощей... Епископ Тобольский Сильвестр специально изготовил серебряную небольшую раку, такую шкатулочку, в которой эта частица мощей была помещена. Ну и сама эта шкатулочка с мощами легла в закладку, в основу будущего собора. Собор построили очень быстро, хотя было не так все просто. Конечно, привлекали и наемных работников, и заключенных, и крестьян заводских. То есть сотни человек, а то и тысячи иной раз работали на строительной площадке. К сожалению, трудно было найти хороших каменщиков. Несколько раз были запросы из канцелярии горного начальства Барнаульского завода по всей Сибири, но свободных каменщиков хорошего уровня не нашлось, так что пришлось строить самим. Может быть, по этой причине собор немножко был попроще построен, чем это было в проекте. По крайней мере, если говорить о его внешнем декоре и украшении. Трудно было даже не только ведь уложить стены, а и делать кровлю, потому что кровля храмов, как известно, она содержит в себе различные интересные декоративные элементы архитектурные. Это и кресты ажурные, это и яблоки, и купола. Все это тоже приходилось осваивать нашим предкам, барнаульцам, они же, кстати, и участвовали в строительстве заводов, а потом перешли на строительство собора. Все это осваивали на месте. Вот, к примеру, пытались каким-то образом размягчить медь для того, чтобы она приобрела круглую шарообразную форму. Но, как писали в донесениях и рапортах, все было не так просто. Медь, которая выплавлялась здесь у нас на Алтае, содержала какие-то примеси, так что была не не очень эластично, начинало рваться, и поэтому приходилось использовать. Ну, были попытки использовать медные котлы, там еще что-то такое, чтобы. Напоминало бы церковные вот такие элементы, шары или купола. Ну, в конце концов, привезли медь более дорогую, качественную с других территорий, и тогда уже удалось выполнить эту работу. Также было на месте освоена и технология завочения, потому что купола были позолочены кресты были позавочены, и, конечно, потом, когда работали с интерьером, резной иконостас был позолоченные, киоты, э, то есть рамки красивые для икон, также были позолочены. Э, так что храм все равно получился очень красивый, некоторые специалисты его даже называли э, стиль сибирского барокко. То есть это была заявка на то, чтобы храм э, действительно получился соответствующий своему меценату, то есть царской фамилии, ведь по сути этот собор строила царская семья, поскольку именно ей принадлежали алтайские заводы. Шло время, конечно, какие-то элементы, может быть, были не очень качественно сделаны, где-то кровля прохудилась, где-то еще что-то, и требовался ремонт. А тут еще и император Николай I пожертвовал для Большого Колокова на Петропавловском соборе 700 пудов меди. Правда, эта медь пролежала почти 27 лет. Долго искали мастера. Ну, в конце концов, в начале 60-х годов 19 -го столетия такой мастер нашелся, его фамилия Родионов. Он вылил этот колокол 10-тонный. А потом возникла другая проблема. Выдержит ли колокольня? Хватит ли места для нового большого царь колокола? Сначала хотели пристроить отдельно каменную колокольню, посчитали дорого сделали испытания, изучили существующую колокольню храма и решили, что лучше укрепить имеющуюся колокольню и здание храма, пристроили два предела по бокам, а также настроили еще один ярус. И в итоге колокольня стала трехярусной, ну и зато нашлось место для нового царя колокола. Говорят, когда в празднике в этот колокол благовестили, то звук, если погода позволяла, был слышен даже в Белоярске. А почему про Белоярск вспомнили? А потому что Петропавловский, первый Петропавловский храм на Алтае был построен именно там, в Белоярском остроге. И даже когда речь зашла о строительстве храма в самом Барнауле, хотели перенести. Белоярский храм, здание его сюда, в Барнаул. Но оно оказалось очень ветхим, и большинство бревен уже подгнило. Не получилось, но тем не менее от Белоярска начинается, по сути, история Петропавловского собора. Помимо надстройки над, для колокольни, было произведено еще другие очень важные, нужные ремонтные работы, и надо сказать, что отчеты церковного начальства, да и просто воспоминания старожилов говорят о том, что барнаульцы не скупились на храм. Он всегда очень хорошо выглядел, было очень много пожертвований, именно частных пожертвований. Ну и надо сказать, что рядом с Барнольским заводом был еще Барнольский посад. Это там, где сейчас так называемый Старый базар. Там была Адигитриевская церковь, ее называли иногда еще Купеческой. Так вот, та Купеческая сторона как будто чтобы соревновалась по благоукрашению, по красоте своего храма адигитриевского с Петропавловским собором. Но шло время, и э, менялась эпоха, к сожалению, произошло обрушение э, существующей власти, и собор оказался по сути, закрыты. Сначала его отняли у так называемых староцерковников, то есть приверженство в традиционной русской православной церкви под руководством патриарха Тихона, который был избран в 1917 году. И этот собор отдали сначала обновленцам в 1922-1923 году. Недолго про... там обновленческая община, поскольку, насколько нам известно, обновленцы это все-таки были были люди, которые проявили, по сути, малодушие, и они были выгодны советской власти новой в борьбе с традиционным православием. В конце концов, собор был разрушен в 1935 году. Об этом существовало объявление, было сделано в газете, что будут небольшие подрывные работы производиться на площади Свободы. Конечно, не указывали, что именно будут взрывать, но всем было понятно, что это взрывали собор. История с разрушением собора имела свое продолжение через несколько десятилетий в начале 21 уже века известный писатель Алтайский, ну всем наверняка знакомый, кто любит алтайскую литературу, Марк Юдалевич написал стихотворение, которое так и назвал Собор. Я помню собор в Барнауле, багровая туча прошла, И словно бы к солнцу прильнули крутые его купола, И в синем просторе блестели его золотые кресты, Но мы понимать не умели летящей его красоты и весь устремлен в поднебесье, как будто к полету готов, он символ был мракобесия по меркам тридцатых годов. За это с размахом немалым, довольные очень с собой, мы рвали собор Аманавом, ломали, ломали собор. Мы были не люди, а масса, и в этот вписались оскал, ребята из нашего класса, конечно, и я не отстал». Работали мы иступленно, рубили, крушили с плеча, а рядом у древней иконы горела мерцала свеча. Этот стих, хотя он не назван, что это именно о Петропавловском соборе, написал Марк Юдалевич, но нам совершенно понятно. Событие разрушения собора — это 1935 год. Как раз Марк тогда заканчивал школу, учился он в школе, которая располагалась в здании Барнульского духовного училища. Сам он жил на улице Анатолия, то есть он жил здесь. И, видимо, в апрельские дни, так называемые в период субботника Ильича Владимира Ильича Ленина, к его дню рождения его приурочены. Старшеклассники были привлечены к работе. К какой работе? Разбору завалов после взрыва этого удивительного и главного собора. А рядом он пишет горева ⁇ свеча» у иконы ⁇ Рядом находилась э, часовня, достойно есть, построена на месте первого деревянного Петропавловского собора. И она еще действовала э, некоторое время. Там служили э, так называемые староцерковники, тихоновцы, то есть традиционная православная церковь. Поэтому этот собор для всех барнаульцев и жителей Алтайского края очень важен, очень знаменателен, потому что там и крестились многие э, предки э, современных жителей Барнаула. Я знаю некоторых, которые даже помнят шестое, седьмое поколение тех, кто приезжал сюда строить завод и строить собор. Поэтому наша задача помнить их, помнить собор и помнить историю нашего города. Спасибо за внимание.